Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Жан-Себастьян Деко, и я нарративный директор Far Cry 5. Давайте начнем с сеттинга. Почему разработчики решили остановиться именно на этой идее и отправили игрока в американскую глубинку? Серия Far Cry всегда была про сюрпризы. В прошлый раз, в Primal, мы закинули вас в доисторическую эпоху, и сейчас мы снова думали, что бы такого сделать и куда пойти, чтобы вновь вас удивить. Так нам в голову пришли Штаты. Мы искали места, которые хорошо бы сочетались с серией, то есть нам нужны были красивые пейзажи и все в таком духе. Тогда-то мы и наткнулись на Монтану. Мы приехали туда и влюбились в этот штат. Мы поняли, что сможем устроить там современный вестерн. Там очень красиво, гористая местность, простор, мало людей. И мы решили, что Far Cry туда отлично впишется. Мы выбрали это прекрасное место и начали думать, какую угрозу мы можем там создать. Так зародилась идея с культом фанатиков, который был бы настолько убежден в приближении конца света, что его последователи могли бы похищать людей и огораживаться от внешнего мира во имя выживания. Берете красоту Монтаны и такой культ, и получаете Far Cry 5. Многие от Far Cry, как от флагмана боевиков с открытым миром, сейчас ждут нововведений. В Primal основной чертой, вносящей разнообразие в общую механику, стало приручение диких животных и последующее их использование. Какими новыми геймплейными элементами сможет нас порадовать пятая часть? В Far Cry 5 большой упор делается на наемников. Вы играли с ними в демо. Там была снайперша Грейс, пес Бумер, а также пилот самолета Ник Рай. И таких персонажей в достатке. Дело в том, что в Primal мы поняли, насколько круто иметь при себе следующего за вами компаньона, который поможет в перестрелке после спланированного вами вторжения. В прошлый раз их роль исполняли животные, а теперь мы фокусируемся больше на людях. Сейчас у нас есть снайперша Грейс, но будут и другие классы, которые вы можете ожидать от серии Far Cry. Что мне нравится в этих персонажах с точки зрения повествования, так это то, что они из Монтаны и знают местные края, и когда вы будете путешествовать, они смогут рассказать о тех или иных местах. Еще они высказываются про культ, который уничтожил их родину и лишил их свободы и мест жительства. Также они комментируют ваши классные или безумные поступки. То есть это виртуальный напарник, с которым очень и очень весело. Во время показа игры на конференции главного героя одновременно сопровождали и девушка-снайпер, и собака. Но в демо-версии, предложенной нам для прохождения здесь, на E3, нельзя выбрать сразу двух компаньонов, только одного. Так как в итоге будет в игре? Мы до сих пор присматриваемся к этой идее. Решение будем принимать уже ближе к релизу, ну и в зависимости от технических трудностей, так что посмотрим. В серии Far Cry очень колоритные, харизматичные злодеи. Чем антагонист Far Cry 5 будет выделяться на фоне Пейгана Мина или Вааса, например? Какой у него характер? Во главе фанатичного культа в Far Cry 5 стоит Джозеф Сид. Он называет себя отцом. Это очень притягательный тип с невероятным самообладанием. И он абсолютно убежден, что грядет конец света, то есть близится полное уничтожение нашей цивилизации. И голос сказал ему, что он должен собрать людей и защитить их от этого. Этим-то он и занимается. Это значит, что он готов брать людей против их воли и прятать в защитный бункер. А со вставшими у него на пути он церемониться не станет. То есть перед нами человек с безумными идеями, но сам он их таковыми не считает. И это новый тип безумства, который мы вводим в Far Cry. Главный герой полностью обезличен, у него нет имени. Можно ли будет выбирать, мужского он пола или женского? В Far Cry 5 мы решили дать еще больше свободы игроку и позволить ему создать личного героя. То есть это не Джейсон Броди из Far Cry 3, не Аджай Гейл из Far Cry 4 и не Такар из Primal. Это вы. Вы создадите своего персонажа. По сюжету вы начинающий помощник шерифа. В ваш первый рабочий день вы с командой идете арестовывать отца, и все идет по одному месту. Вы застреваете в Монтане и должны собрать людей, чтобы им помочь. Вы сможете выбрать пол и цвет кожи. Вы назначаетесь протагонистом, а затем сами можете решать, как вам прожить это приключение. Что с вышками? Будут ли они в игре? Как они будут работать?
Вышки в игре будут, но лишь для получения... Не, я шучу. В этот раз мы изменили подход к открытому миру. Больше нет никаких вышек. Теперь для получения информации об округе вам надо просто говорить с людьми. В мире будет полно персонажей, и если вы их спасете или просто увидите, то они могут подсказать что-то интересное о близлежащей местности. То есть процесс стал более органичным. Раньше мы давали вам большой кусок локации посредством радиовышек, но их больше нет. Теперь все зависит от вашего исследования, от попавшихся на пути людей и от найденных в мире зацепок. А поможет вам в этом имеющаяся система с разведданными. На этом все. Спасибо.